Вот тяжелая артиллерия. Александр, что заставило вас в такой день записаться? Сын, как болеет, сейчас меня пересекает. Потому что не каждый может поступить в Ярополк. Нужно иметь железные нервы и хорошую силу воли. Почему? Я никогда не репетирую. Быстрее возвращаемся. Коленки разминаем. Левую руку ударили, правую руку ударили. Подвигали. Оттолкнулись, правую руку также. Какая дружба у них крепкая. Два заказочных друга.
Красноярске не настоящий. Категории до 22 килограмм. Третье место у нас занял Баруга Демид. Еще громче!